Инаугурация назначена на четверг, 28 января. Стало известно, что на церемонию будет потрачено около 10 миллионов сомов. Многие за это критикуют новую власть. Садыр Джапаров уже распорядился, чтобы расходы уменьшили. Его критиковали из-за того, что он слишком много потратил на избирательную кампанию. На это он ответил в день голосования 10 января на избирательном участке. По моей информации, на мою кампанию было потрачено где-то 60 миллионов сомов. Я вчера посидел и посмотрел, сколько расходовалось на прежние выборы, и узнал, что около 200 миллионов сомов. Но это то, что они только показывали. А если добавить то, что скрывалось, где-то 25-30 миллионов долларов. Никто это не может отрицать. Вы все это знаете.